The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by Next Generation Special Forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the president of ArmsTech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are six members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same code name as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top secret black op. Don't expect any official support. Welcome, welcome, welcome. Хотя пока никто еще не пришел, но черт с вами. У нас сегодня до ЛКС. На какую кнопку-то нажать тут? О, я, походу, нашел в кнопке. Будет немножечко. Почеше, чуть-чуть сделаю. Старых игр. Точнее, старой игры. Одной. Я давно, кстати, хотел ее уже поиграть, но как-то так получалось, что постоянно кто-нибудь на Good Game достримил что-то подобное. Меня это немножко сбивало, и я, в общем, не начинал. Не зря премиум приобрел ради Metal Gear 1. Да, ребят, только ради первого. О, а тут нет экстрим сложности, а я бы хотел как раз спрашивать, играть ли мне на экстриме. Я... С управлением буду тупить, зато без радара будет весело. Будет реально весело без радара. Ладно, давайте без радара играть. Просто трайхард без радара. О, шикарная мелодия, послушайте. А, это была только половина этой мелодии. Да-да-да. Ее только в интернете можно найти полную. В начале игры была заставочка, в которой нам рассказали, что же, куда же, почему же. В общем, есть небольшой островок, на который террористы захватили станцию, порт. В этом порту стояла атомная подводная лодка. В общем, они захватили атомную бомбу. Эти террористы, они не просто спецы, они одновременно с этим нереальные крутые мужички, потому что они бывшие секретные агенты той самой службы, из которой мы. Они не наши друзья. This is Snake, Colonel.
У нас английская версия. Я пока что так и не смог что-то установить, она мне что-то криво как-то устанавливалась. В итоге я решил просто воспользоваться эмуляторной версией, а эмуляторная она на английском только, к сожалению. Короче, 140.85 это ему звонить. Да, select button. Помню, братиш. Надо колониала написать. Колониал. 140.85. Это единственная наша связь с внешним миром. Мы остаемся одни на этой базе. Мы должны обезвредить 6 террористов и одновременно с этим как бы остановить это атомное вторжение. У нас под управлением один персонаж. Его зовут Solid Snake. Ну или просто Snake. Он всегда бегает, да? Так, ладно, окей. О, это присесть. Это хватать, это удары. Которыми хрен ты будешь пользоваться. Хватать вот так вот, да. А, и треугольник. Угу, окей. А эти кнопки вообще не работают. О! Сигареты и скоуп. Что делал скоуп? А, скоуп это просто бинокль. Не-не-не, никому звонить не хочу. А, это мне звонят, я понял. Так, что нажать-то? Селок надо нажать. Куда-нибудь где-то селок-то, угу. Я играю не с геймпадом, я играю с клавиатурой, поэтому будет очень сложно понять. Он мне рассказывает, как двигаться, и первый раз мы встречаем помощника, девочку, которая нам будет по управлению помогать. Select to exit. Так, это select. Это зайти, это выйти. А как из этой менюшки выйти, куда я залез? А, я вспомнил. Сама игра по себе не пошаговая. Она вроде в реал-тайме, но у нее была одна большая фишка. Когда вы заходите в эту менюшку, вы останавливаете время. В этой менюшке вы можете выбирать все что угодно и таким образом брать себе передышку. Передышку и принимать какие-то правильные решения. Так, четверка это пауза. Здесь у нас вепонки будут. Сейчас пока ничего у нас нет, поэтому просто ползем и смотрим, где здесь охранник. Если я правильно помню, то здесь два охранника в первой части. Надо бы сохраниться. Давайте будем сохраняться. Вообще, по-хорошему. А мне не сказали, как сохраняться еще, да? Да, мне еще не сказали, как сохраняться. Так неинтересно. А сохраняться через эмулятор, как было, а вот и охранник. Он нас не видит, когда мы под низом сидим. Охранники здесь тупые вообще, да нельзя. Единственное, что есть у них, это перед глазами то, что они видят. То есть я вот сейчас бы мог проползти у него прям за спиной. Ну, походу мы можем выползать. И смотреть в бок, вот так вот, ага. Так, тихо. Мне не нравится. Я по звукам слышу, что там второй идет охранник, только я не понимаю, где он идет. А, мы же можем треугольник нажать и смотреть. Блин, это без радара, может быть, я зря начал. Этот охранник пропал куда-то. По воде шаркать нежелательно, потому что она будет шум издавать. Ой. Да, это еще один охранник добавляется. Третий, который возле двери будет стоять. Хреново пока, короче, все. Потому что нам надо дождаться снова цикла вот этого парня, который первый здесь. Вот он пришел. Он сейчас придет сюда, снова посмотрит вперед, потом развернется. И вот за этот момент мне надо будет проскочить. С Клавой будет беда, да. Не-не, все нормально. Я уж подумал, он дальше пойдет. Неужели он поменял свой маршрут? Их можно придушить, по теории, но если это не получится, то это будет провал. Вообще в игре, конечно, много всяких фичей было. И они до сих пор остались. Эта игра 97-го года, давным-давно придумана. Ремейк той же самой игры, которая была простым платформером. Бей, беги, стреляй. Угу. Ага. Так. Смотрим, что там и как там у нас этот проходит, этот уходит туда. Все, походу, можно будет сейчас проскакивать, когда тот пройдет. Да, побежали.
Главное по воде не ходить. Добрый вечер, Изувар. Мы поставили сложность без радара. Тут следующая сложность, если я правильно помню, это без хилок еще. В этой игре вы хиляетесь только после того, как убиваете босса. И у вас увеличивается количество ХП. И вот вторая сложность, это еще и без хилок. То есть нельзя терять вообще ХП. Ну, когда я в детстве играл, это не имело никакого значения, что без радара играть, что без хилок дополнительно. Потому что если тебя заметят в этой игре, чаще всего ты все равно умираешь. Перестрелок практически не бывает, кроме как с боссами перестрелки идут. Но у боссов хилки как раз таки всегда есть. Они вне зависимости от того. Просто нет хилок на карте. Привет, Анечка. Привет, Хатабушка. Привет, Айзавар. Зачем ты два раза пишешь? Репорт тебе за два раза. И, как говорится, вот оно название игры. Тактический шпионский экшен. Снейкушка еще молодой. Да, Снейкушка совсем молод. Привет, Туизи Фортизи. Перед ЛКСом 2,5-3 часика. Погоняем. Погоняем змею, ребят, так сказать. Ну, кто не знает, для тех, кто в танке, Снейк переводится с английского как змея, а Solid Snake как толстая змея. Крепкая такая. Мы выбрались наружу, и вот тот самый порт, про который я говорил, который они захватили. И мы связываемся. По-моему, здесь первый раз нас сохранят. Снова с полковником. Бла-бла-бла-бла-бла. Во, баба заговорила с нами, говорит, что у нас супер костюм, который защищает нас от холода, влаги и, не знаю, и от всего. Плюс он восстанавливает ХП, но тут пытались... Еще знаете, ребят, вот мне нравились вот эти вот времена, когда... Уже закончились времена таких игр, как Контра, ну, где хилка, она просто хиляет. Мы пытались уже доводить какого-то реализма. И вот в такой игре, как промышленный шпионаж, вот здесь вот, вот в этой, где шпионский детектив или там шпионский триллер или просто боевик, они хотели как-то все объяснить. И поэтому эта тетка нам говорит про то, что наш костюм... Он может нам восстанавливать ХП, а чтобы восстановить ХП, тебе надо собирать всякие хрени. То есть тебе костюм восстанавливает ХП, это не так, как в обычных играх. Твердая змея, да, твердый солид. Все верно, Доста? Все верно. Мы тут только что увидели как раз того самого мужичка, одного из боссов, и он на вертолете улетел. Мы сообщили, кого мы увидели, но это никак не повлияет на сюжет. Тут вообще, на самом деле, мало чего влияет на сюжет. В игре есть всего два поворота игровых, где можно что-то поменять. Мне всегда было интересно, что произойдет через 18 часов. Полковник нам говорит, что 18 часов у нас осталось до того момента, как правительство откажется выплачивать им бабки, которые они хотят, и они тогда запустят ракету. И тут Мэйлин врезалась в разговор, и она, оказывается, разработала кодек. Если мы хотим с ней сконтактировать, то сейчас она номер нам свой скажет. У нее акцент не американский. Снэк даже с ней не собирается разговаривать. So cute. Да, это я помню эту фразу. Я тогда, кстати, первый раз узнал слово cute, что оно обозначает, потому что я не мог понять, это он ее кадрит или это он ее послал. Он просто вроде так замолчал и все. Ну, кто не понимает диалоги, я коротко попытаюсь вам рассказать. Они друг другу тут любезности раскидывают. Она, оказывается, военный разработчик военных технологий, но она на самом деле милашка, добрая, милая девочка. А Solid Snake должен быть вроде как жестким мужчином, мужчинкой. А она говорит, что первый раз не могла даже себе представить, что такой мужик, такой киллер, как Snake, назовет ее cute. Давайте уже быстрее. Тут много диалогов будет, очень много. Но наконец-то она дала свой номер нам. 140-96. Я специально не буду гайдами никакими пользоваться. Будем по-честному играть, мужички. Играл я в эту игру 15, наверное, лет назад. Ну да, где-то так, наверное, в 15 лет я играл.
Strip searching, бла-бла-бла, weapon are taken away. Он говорит, что сначала надо найти профессора, которого они заключили, и у него можно будет узнать, как отключить детонаторы. Но сначала его надо найти. Где-то он спрятан. Здесь что-то вот это я прослушал. Сигареты он вроде как протащил на эту миссию. А они вроде не хотели, чтобы у него были сигареты. Он говорит, что он протащил их в желудке. Что-то я немножко не понял этого. Что-то баб уже много. Да, их две. Нам показали это. Это не мы управляем, он сам включает бинокль и смотрит. Ну, то место, где мы сейчас находимся, оно абсолютно безопасно. Если я правильно помню, нам обязательно надо зайти в соседнюю комнату здесь одну. И в этой комнате будет чав-гранаты, так называемые. Без чав-гранат дальше пройти будет невозможно, без шума. Ну, Снэк сразу побежал. Вот здесь вот нам, здесь вот будет здание, и в него надо зайти, и там чав-гранаты, которые отключают всю электронику. Видите, здесь спящий мужичок? И вот нам через этого спящего мужичка надо будет проползти. Он говорит, что не видит входа в здание, но видит только этот... Да. COA. Прикольное слово. Так, ну что у нас, ребят? У нас все еще не... Ой, да, вырубись. У нас все еще ничего нет, кроме сигарет. Любимые сигареты Снейка. Но курить приводит к здоровью. Так, это четвертый. Так, надо запомнить, какие кнопки, что обозначает у меня троечка. Окей, здесь уже первый раз появился... не то нажал, извините. Будем с этим долго разбираться. Первый реализм появился. Вот этот снег, видите? Проблема этого снега заключается в том, что он оставляет следы. Вот они, следы. Поэтому все, что я могу делать, это ползти по снегу, чтобы я был незамеченным. Но перед этим я хочу все же сохраниться официально. 96 было, да? Ой, а как звонить-то? Какую кнопку звонить? А, понятно. Как, я хочу с тобой провести время? Давайте сохранимся здесь и попытаемся этот блок пройти незамеченным. Если мы пройдем его незамеченным, то сохранимся уже в шахте. The Greater Full of His Men. Она какую-то цитату сказала, а я тут прервал их диалог. Боже. Она, короче, цитату какую-то сказала, что много очень людей хороших померло. Так, нам надо... Посмотри, тут где-то охранник ходит, вон он. Вообще на этой территории три охранника. Один спит, вот в то здание мне надо попасть. На меде здесь вообще эту штуку не забрать практически невозможно. Без карты это невозможно сделать, потому что нам сверху чувак нас видит, и тот, который спит, может проснуться. И вот этот вот мужик остался. Надо отойти, посмотреть, как он ходит, какой маршрут у него. Давайте посмотрим. Если я правильно помню, можно тупо даже за ним идти. Он потом спускается вниз, а мы можем пробежать мимо. Он нас отсюда не увидит. Это просто так игрой придумано было. Так, тот сверху, он просто патрулирует влево-вправо. Ну и этот продолжает спать. А здесь, где вертолетная взлетная площадка, по ней вроде пройти вообще почти невозможно. По той простой причине, что здесь вот эти вот штуки, они... Всю территорию покрывает. Видите, тут вообще цикл прохода будет очень маленький. Давайте посмотрим. Не, ну тут вообще не успеть. Там просто доли секунды какие-то у нас есть. Хотя... Оп, получилось. Так. Этот спит все еще? Да, вон он там спит. Но здесь камера. Камера поворачивается периодически. Давайте мы пройдем. Как увидишь, что камера... Смотрит на нас или нет. Вот эту штуку нам надо поднять. Вот ее надо поднять. Он так не хочет смотреть. Блин, это такая хрень. А, нам повезло. Здесь какая-то заставка была перед этим. То есть получается как у нас? Вставай. Она смотрит сюда. Сейчас, когда она будет смотреть туда, нам надо пройти. Нет у меня здесь! Ладно, давайте проверим стан гранат. Это не те гранаты, кстати говоря. А можно
сохраниться, ой, то есть загрузиться снова. Ладно, это было близко. Давайте признаем, это было близко. А у меня есть управление, мы его пока только изучаем. Ладно, это, кстати, не те гранаты, которые я думал. А, мы континуусом воспользуемся? Не, я так не хочу. У меня же сейфпоинт был. Да, это не то, подождите. А как зайти в сейфпоинт? Как выйти теперь из игры, непонятно. Надо, короче, сдохнуть еще раз. Значит, сейчас в гранаты по центру. Ну ладно, пофиг. А как их поднять? Ну-ка, давайте смотреть. А, понятно, то есть... Так, потом пробегать туда. Стоп, а куда это я пробегать буду? Это физически вообще можно успеть? Они одинаково останавливаются, да? Нет, не одинаково. Там еще надо правильный выбрать момент. То есть вот в этот только момент я бы мог пробежать. Угу, понятно. То есть сейчас с этим мы идем туда. И теперь вот так вот. И успеваем! Фу, так. Чав гранаты мы получили. Теперь мы можем отключать камеры, и отключая камеру, мы можем тупо забрать вот этот стан гранаты. Мешок гречки воруй. Не, мы не такие, ребят. Ставим чав гранаты, а как кидать? Какой кнопкой спелла кидать? Ага. Да боже, она отключена, двигайся, Тарт. Ой, вот бы застрять здесь. Так, все, с этим мы справились. Теперь меняем вепонку. И у нас здесь спящая красавица. Спящую красавицу в присядочку будем проползать. Вроде камер тут впереди нигде больше не было. Когда он спит, нам главное его тупо не задеть. Все остальное в безопасности. Посмотрим, конечно. О, это я так не играю. То есть нам только с той стороны можно попасть сюда. Либо еще одну чав гранату кидать. Но она нам нужна будет дальше. Хотя я не знаю, сколько их там будет. Сколько нам их нужно будет. Короче, эту камеру не проползти никак, кроме как с той стороны. А раз с той стороны, то... Идем к этой штуке, перебегаем. А, не, подождите, мы же можем так. Че я туплю? Здесь же охранников нету. Но не обязательно ничего перебегать. Так, надо подождать. Здесь один охранник. Один на крыше, а вот этот один он ходит. Он должен уйти на свой далекий цикл. И вон наш выход из положения, видите? Вот он. Он нас не увидит, пока мы здесь лежим. Ну и все, он уполз. То есть это мы уползаем, а он ушел. Так, ну что ж, идем. Нет, ты что делаешь? Он решил нам рассказать, что здесь есть не какая-то вентиляция, которая ведет, наверное, нас прямо в доки. Надо бы найти туда вход. Молодец! Дедуля, да ты молодец! Почти ничего нам не подсказал. И сейчас он добавляет, что F-16, который они выслали, чтобы сбить тот вертолет с мужичком, его кто-то сбил ракетой. Поэтому этот мужичок на вертолете скоро вернется назад. Так, ну ладно. Калькулейтед. Он даже проснулся такой, че за. Но ничего не увидел. Так и было задумано. О, все, мы в ползунках. Так. Крыски. Куда ползти-то? Ползем к крыскам.
Да боже мой, харе мне названивать. О, Макдональд Миллер нам позвонил. Мастер. Сколько у него там? 141.80. Макдональд Миллер говорит, что он очень расстроен, бла-бла. Это один из типа тех людей, которые нас тренировали. Он расстроен, что его армия предала. Ну, не армия, эти вот шесть киллеров. Они теперь работают на них, и он будет теперь правительству помогать, соответственно, нам. Связался он с нами отдельно. И будет нам все подсказывать, если у нас будут какие-то проблемы. Просто надо позвонить на 141-80. Без регистрации и смс Макдональд Миллер нам поможет. Бла-бла-бла. Говорит, что там зима в этой Аляске, все плохо. Казухира? Казухира? Кто такой Казухира? Ой, как много он рассказывать нам хочет. Великолепная программа. Ну, концовочку он нам доложил. Сказал, что если есть мышь, то мыши всегда спешат к выходу. Следуй за мышами. Это он намекнул нам как раз на вот эту вот концовку. Хотя это был каламбур на тему того, что мы как в мышеловке сейчас находимся. Что, возможно, нас правительство... Если я правильно помню, он будет вообще все диалоги вести, что правительство нас пытается подставить. Ну, мы же сюда одни поехали, нет никакого дополнения, прикрытия. О! Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас это танк, где стоит. Да, это где танк стоит. Окей. А мыши все бегут, а мыши все бегут. И выход. Ой, здрасте. Metal Gear Solid 5 в стиме. Молодцы. Молодцы. Ну чё, куда он идет? Ты уж определись. Так, походу определился. Определился по жизни. Ой, это паркур. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Мне кажется, там был просто еще кто-то. Помимо этого мужика там был кто-то еще. Так, где мы? О! Ну идеально вообще континиуме пользоваться. Мне нравится. Попытка номер два. Где-то еще был один чувак, который меня увидел. Я больше чем уверен, что это не этот был. Мужик меня увидел. Может, дать ему совсем далеко уползти? В реальности мне надо выползти и встать, чтобы оценить ситуацию правильно через треугольник. Теперь я его вообще не вижу. Короче, дадим ему дальше уйти. Никуда не торопимся. Но это не он меня увидел, смотрите. Вот он должен был вот так вот уйти и все. Так, встали. Да хватит по стенке бегать. Так, треугольником оцениваем ситуацию быстро. Наверх туда можно только пробраться. Охранник здесь только один. Нет, два. Вон второй идет. Да что ж вы там, блядь, все звоните-то и звоните! Так, окей. Да ты вообще просто капитан! Используйте лифт, потому что лифт может вас возить между этажами. Спасибо! Полковник! Полковник, а вам случайно не титул капитана уже должны были дать?
О, привет, мужики. Так, переползаем под второй танк. Ну, вон лифт, про который он говорит. Но мне надо на второй этаж попасть. Я секретку знаю. Так, там камера наверху, да? Как чав гранат? Ой, не то. Ой! Нет, ну... Да закройся ты. Пойдем проверим, я хоть правильно знал? Не, не проверим. Это было близко. Меня увидел охранник снизу, не камера. Так, все. Я их больше ждать не буду. Хватит это терпеть. Теперь я просто знаю, по какому они маршруту бегают. Привет. Лифт, да, он двигается. Так. Какие же они слепые. Ты еще... Ладно. Нам надо на второй этаж, ребят. Без лифта. Да, боже мой. Так, все, он ушел. Пробегаем. Не то, никаких скопов. А, да боже мой, я с управлением, конечно, намучаюсь. Стоп, она закрыта? Нет, это значит не та дверь, подождите. А может быть вот та граната? И там еще что-то есть. Так, тихо. Это на первом левел дверь. У меня сейчас нету еще ни одного ключа. Мы его получим после первого босса. Так, ну вот здесь вот есть дверь открытая. И, блин. Тут есть камера, которая тупит. Вот она, все. Мы получили соком, с которым он вроде... Ой. Ой, нет. Нет. Да. Какого хрена у меня с соком на эту кнопку? Вот, он меня сбил. Может пойти сдохнуть? Вот что я получил, ребят. Пистик! Пистик мы получили. Так. Он не смотрит. Прорываемся. Подбираем. О, новые чав-гранаты дали. Все было закулькулечено. И лезем на... Боже мой, вот бы по стенкам не ползать. А как залезать? Так, возвращаемся назад и убираем отсюда оружие. Как убежать? Ой, залезать. А. Нет, это не то. Залезай. Так, он, походу, не залезает. У нас есть еще такая кнопка. Так, сейчас. Ага. О, не, получилось. Если не драться с дверьми, то все становится нормально. Калькулятор 3000. Это где мы сейчас? Это где мы соком взяли, я правильно понимаю? Тут хрен поймешь на самом деле.
Ладно, ползем куда-нибудь, да приползем. Пока нас ни разу не спалили по сюжету. И вот где мы Саком взяли. Да, это было другое помещение. О, что-то новенькое. К чему-то мы доползли. Как вы поднялись на второй этаж? Вы же по первому ходили оба. Говорят, что закрыли вентиляцию на выход на первый этаж, то есть мы не сможем типа вернуться назад. И что-то сказали про женщину в клетке. А еще они говорят, что все они это делают из-за того, что какой-то интрудер врывается сюда и уже убил 3 человек, которые используют стелс-механику какую-то, непонятную механику, явно не макеросовский стелс. Ну это вот весь этот этаж, да, мы как раз оттуда приползли, так что ползем дальше. Ну типа нам назад теперь вернуться нельзя. Ну блин, мы без ХП остались, это хреново на самом деле. Это очень хреново. О, куда это мы приползли? Снейк просто бесстрашно пополз. А? Мы здесь на улицу выползли? Да, мы здесь на улице выползли. Это не то, чего я хотел бы увидеть. Ну, значит, ползем назад. И действительно пользуемся элеватором, про который нам говорил мужичок. Наш полковник настоящий. Где бы нам ХП восстановить? Ну ладно, Саком мы взяли. Взяли. Все, этого больше нам и не надо, как бы. Ну, мужички рассказали нам все секреты. Только я не понимаю, что они за вентиляцию закрыли, если я вот по ней ползаю сейчас. Хотя это вентиляция на втором этаже, может они действительно закрыли вентиляцию на первом этаже, все. Блин, там же сейчас камера опять будет. Ну хотя мы ее в прошлый раз пробежали, и сейчас пробежим легко. В этой игре управление очень тяжелое. Опа! Михалыч, что я вижу? Пошел вон! Пошел вон! Ура! Так. Слезаем. Слезаем. Отбегаем сразу влево, вправо от Снейка. Так, по второму этажу они не начали ходить, а то мне это напугало немножко, да. Здесь только камеры обороняют. Так, нам надо выбрать цикл и пробежать. Вот. Так, где вторая камера? Вторая, где ты? А, там вообще. Воу, не в ту сторону. Та самая коробочка. Не-не-не-не-не, это коробочка ХП, которая нам восстановила. А, вообще, их в мелкой сложности... А, их можно накапливать, да. Даже в этой сложности их можно накапливать. Одна из двух у нас есть. Еще вторую надо бы найти, и будет у нас ХП. ХП у нас вот количество, вы можете видеть. Очень мало. Мы немножко потеряли, потому что кинули гранату сами в себя. Ну, это была закалькулеченная граната. Надо подойти еще чуть ближе.
дождаться, пока камера будет уезжать, и тогда бежать по прямой без остановки. Все, побежали по прямой без остановки. Все, отлично. А вот теперь самое сложное. Нам надо и спускаться вниз, и одновременно с этим не заметить там солдата. Я думаю, вот в этот цикл сейчас можно будет успеть это все сделать. Так. Где он? Так, его впереди нет. Впереди нет, беги. Здесь его тоже нет. Все, ура, получилось. Ждем, пока он проходит. Второй должен был уже уйти туда. И идем тогда к элеватору. Вроде все должно получиться. Отлично. Выкапываемся. Нажимаем кнопочку. Ох, еще бы элеваторов ждать. Ать-ать. Что тут такое? Что это такое? Где мы? А, это мы, походу, на первом и есть этаже. Нет, нажмись. Фух. Хи-хи-хи. B1. Или 131. Что тут у нас? Шестой. Камер вроде нет. Камер вроде нет. И никто не ходит. Открыть я ничего не могу. Вон, еще одна хилка лежит. Но чую, это ловушка. Здесь спуск. Не, ну вроде все нормально. Да отвали ты, боже мой, вот он любит позвонить. Ладно, может, что-то полезное скажет. Action button! Хорошо, друг. Нажму. Ну ладно. Как я бы сюда попал, если... А, ну да, я же понизу мог пройти, ни разу не залезать еще или не спускаться, поэтому... Действительно, action button для меня секретка остается. Так, ну что тут у нас? Что-то тут развилка какая-то. О, там патроны какие-то. Так, а здесь снизу я могу посмотреть, что там? Не могу посмотреть, что там. Ладно. Ползем к патронам. И теперь у нас почти полный инвентарь патронов. Для Сакома. Камеру я не могу двигать, да? Не, могу. Так. Чё тут? Тут чё-то ничего нет. О, там чё-то лежит. Еще патроны лежат. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какой неудачный момент. Говорит, что ему холодно, он ненавидит Аляску. И надеется, что у этой девчонки все в порядке. Вот понаблюдал, я так понаблюдал. А что это там за тараканы лежали? Или это бычки от сигарет? Ой. Учитывая, что они двигаются... Фуй. Это, походу, не бычки из-под сигарет. Да и кто бычки кидает не в унитаз, а мимо него? Ну а кто не убирает, что черви уже завелись в сортире? Бу. Надеюсь, кто-то сейчас кушал, и я ему подкинул дровишек. О! Это девушка? Не, это он. Говорит, это мужик какой-то. Да боже ж ты мой! Снейк, DARPA chief signal is coming from somewhere in that area. Он говорит, что чип, который у одного из профессоров этих был, он отсюда пилингуется сигнал. Следовательно, он где-то здесь находится. Ну, мы сейчас это с вами... Ой, и увидим. А, вот и мужичок. У него, кстати, тоже черви ползают, так что это точно черви. Что? Что?
Что? Так просто? Серьезно? Это так делается? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? Дональд Андерсон. Но игра нам сразу намекает, ребят, что это закончится плохо. Потому что этот мужичок, он Обама, как вы видите. А во всех играх и фильмах, как вы знаете, первый всегда умирает негр. И нам как бы просто намекнули. Дядька говорит, что ну раз ты пришел за мной, то давай вытаскивай нас отсюда. А мы говорим, нет, пока ты нам не расскажешь, что террористы задумали. Если вы не будете слушать приказов, мы запустим ракеты. Они могут запустить ракету? Да, могут. Они могут это сделать. И нас подслушал этот мальчик. Он не хочет с нами разговаривать, потому что это секретная информация. Ему пофиг, что мы его хотим спасти, но для этого нам нужно знать, что надо еще сделать. А то оружие, которое они здесь изобретали, это не просто nuclear weapon. Ну, не только атомное, но это оружие, которое может изменить мир. И по сравнению с этим, nuclear weapon — это всего лишь battle tank. И все, нам начали рассказывать про проект Metal Gear. Хотя на самом деле я никогда не понимал, почему Metal Gear является таким уж опешным проектом. Это, короче, я даже не знаю, как это назвать. Я честно не знаю, как это назвать. Просто машина на двух ногах с хорошим вепонком. Ну, по сути, танк только, который двигается по местности на ура. Причем в реалистичности, если подумать, в реализме, там вот в нашей настоящей жизни, такой танк невозможно сделать из-за того, что гравитация просто его уничтожит. У него такие должны быть огромные ноги, чтобы он не сломался при передвижении. А одновременно с этим, чтобы эти ноги двигать, нужно такое нереальное топливо надыбать. То есть гораздо проще действительно nuclear weapon'ом пользоваться, чем такие танки делать. Ну, он тут говорит, что первый они прототип уже сделали, и террористы как раз его захватили, но нас один охранник подслушал. Потому что мы слишком близко подошли к двери, и мы вообще, я смотрю, даже ни на секунду не переживаем о том, что... Shut up in there, will ya? То есть охранника никак это не смутило, что негр сам с собой разговаривает. Он даже не пошел проверить, не позвал там с подкрепления, что мы там сидим вместе с ним. Просто негр начал сам с собой разговаривать. Наш главный герой сказал, что... Ну, наверняка же есть какая-то защита, которую надо взломать террористам, иначе бы они уже начали двигаться. А, ну, как бы негр же сказал, что вроде как они не собираются нас атомными бомбами забрасывать. Им нужен был только Metal Gear. Они достали его пароль. Ты что с ним это все рассказал? А он рассказывает нам про то, что один из тех шести террористов, которого зовут Психо Мантис, вытащил всю информацию прямо из него. Он был членом Foxhound. Ну, мы тоже члены Foxhound. Так что он говорит, что совсем чуть-чуть осталось до того, как они получат второй код. А второй код у Бейкера. Ну, этого пантеона, который... I wanna be a baker. У пекаря, в общем, ребят, второй. Второй код у пекаря. О, он нам может подарить карткей. На самом деле, вот это имело смысл объяснить, потому что в 97-м году ничего такого не было. Кто не знает, никаких электрокарт не существовало, электроключей так называемых. Он нам хочет дать электроключ, и тогда это просто такие раритетные вещи были в 97-м году. А здесь в игре уже предсказывали, что будут все двери запираться электроключами. И они будут по левелам распространяться на тему того, ну какой левел ты
ты являешься. Короче говоря, он нам сейчас хочет отдать один карткей, и мы будем искать Бейкера. Но надо как-то спасти негра ведь. О, второй подвал. Второй этаж подвала. Что значит второй этаж подвала? Это как вообще? Так это нам, по-моему, вообще не нужно. Ту информацию, которую он сказал. Он сказал, что Бейкера держит на втором этаже бейсмента, ну, подвала. И именно в том помещении, которое не успели еще покрасить. Поэтому, когда будем его искать, надо посмотреть на стены, которые не будут покрашены. Я не знаю, зачем это нужно нам было. Да. Короче, все двери, которые с цифрой 1, ребят, они сейчас открылись для нас, по сути. Надо пользоваться просто ключом электронным и попадать туда. Он спрашивает, знаем ли мы, как обезвреживать это все? Ты уверен? Он говорит, что правительство знало, что тебя сюда посылает, и знало, что на самом деле происходит. Хотел он нам что-то рассказать про Пентагон, но... Ну, не забывайте, ребят, что у нас этот костюм, он сразу же напрямую передает всю информацию в наш штаб. Поэтому, по сути, у нас и камера есть в груди там вставлена, и пульс наш контролирует, и слышит, конечно же, весь диалог. Поэтому, когда он попытался что-то сказать, негра убили, и это были не террористы. Ой, умер. Тут это, короче, негр скончался. Чё случилось? А я не знаю. Ой, похоже, просто умер. Да, просто умер. Мужики, он просто умер. Пришло его время. Ну, понятно, как бы. Старый мужичок был уже. Они нас за идиота держат, что ли? Вот, да. Он говорит, мы тут вообще ни при чем. Дальше рассказывают про то, что нам нужно сосредоточиться на нашей операции. Больше он не собирается тратить время на дебаты. Мы должны найти как можно быстрее Бейкера. Быстро Бейкера. Всем искать его. Так, ой, сейчас будет что, ребят? Так, готовимся. А как это? Стоп, как это делалось? О! Профессиональный наемник, ребят. Снейк упустил сбоку солдатика. Так ты убил Чифа! Ах ты, предатель! Она сказала жидкий, но потом добавила, что нет. Не двигайся. Блин, я спалил, что это она. Я так спойлернул вам, ребят. Да ладно, вы уже должны были догадаться. Она говорит, что ты не профессиональный солдат, у тебя руки трясутся. А у меня руки не трясутся. Я не новичок, я тебя пристрелю. Я вижу страх в твоих глазах. Я много таких людей видел. Ты никогда не стреляла в людей. А здесь уже группа захвата от врагов. Открой, пожалуйста, дверь. У тебя же ключ, правда? И мы отсюда выберемся. Ой, по-моему, дверь уже открыли. Ну что, ребят, первая перестрелочка. Это первое подобие босса у нас. Вот бы не умереть сразу, а походу мне сразу вепонку дали в руки. Я пытался переключить оружие, а в итоге я почему-то оказался безоружным. Так, стоп, еще раз. Так, это пистолет, и как стрелять? Все, я разобрался.
Поехали. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали, поехали. Это зажимаем и стреляем, да. Диалог мы этот заново слушать, конечно же, не будем. Ты почему трясешься? Стреляй по ним! Ну, наконец-то она их перестреляла. У нее-то эмочка, а у нас всего лишь какой-то соком. Я думал, это конец! Это конец нам. Но мы разбираемся потихонечку в игре, ребят. Сейчас все будет. Ну, сейчас так вообще я всех положу. Никто не выживет. Давай, быстрее открывай. А может, можно как-то спрятаться? За нее, может? Поехали. Так. Так. Да, так даже хуже. Они-то просто и по ней, и по нам стреляют. Не, ну так в открытую, конечно, перестреливаться больно. Ну просто задумайтесь, это как-то неологично. Вот и конец этой игры, ребят, настал, походу. Мы дошли до его конца. Слушайте, если так сложно это пройти, то что я буду делать с первым боссом? Сложность от нормальной отличается не только радаром, а еще и как бы ХП меньше. Но, как я говорил... Да боже мой! У нас есть хилка еще. Но я не хочу тратить хилку. Нет! Какой к черту скоп? Сука! Мне надо управление исправить. Там должна была быть так. Все. Чертов скоуп! Какой к черту скоуп? Я хотел нажать лечение и поднять хилку снова. Теперь мы знаем, кстати, что хилка выпадает, так что одну хилку можем здесь тратить. Давай, открывай дверь. Ты какой уже трай? А, она открыла. Полечись! Не успел полечиться. I'm telling you, shoot! Не садись. Ох. Ой-о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 й
А? Чё?
Там какие-то гранаты еще прилетели. Что? Как? Откуда это все берется? Ну, кстати, они правильно поступили. Больше не послали к нам солдат, кинули сначала гранаты, но мы остались живых. Она сказала спасибо за помощь и побежала от нас. Ну и по заднице мы поняли, либо мы геи, либо она. А нам тут, вот я не знаю, кто это увидел, потому что, ну, может быть, это вне сюжета просто говорят. Психомантис Бейкера убил. Он не смог узнать секрет, ну, пароль этот, и случайно, пока его мучил, пытал, он его убил. Ну, бывает. А эта девчонка не очень хочет, чтобы мы следовали за ней, поэтому она просто в эмоциях все выпалила в нас. И улетела. А тут появился... Ты кто? И почему ты в шлеме? Он говорит, хорошая девочка. Правильно поступила. Кто это вообще был? А у нас, кстати, патронки кончились. О, полковник. Нет, не полковник. У нас были галлюцинации. И нам говорят, что это был психомантис. Он влез в наш разум. По мне, кстати, если не учитывать босса вертолета, то самый сложный босс в игре психомантис. Хотя, не знаю, как на этой сложности. Так, ладно, что у нас здесь? Этот трупак валяется. У нее здесь ничего нету. Бум. Тут есть что-нибудь еще в этом помещении? О, тут есть второе помещение. И в нем соком буллет мы находим. И здесь соком буллет находим. То есть по патронам мы остались в плюсе. Тут было еще двери какие-то, не помните? Вроде не было ничего. Да, не было здесь залезать наверх. Окей. Здесь шестой этаж. Ой, шестой левел нужен. Так, что мы помним? На первом этаже, на втором... На первом этаже там был... Одна дверь, цифра 1. Нам нужно туда сейчас в первую очередь, я думаю, все же. Так что через этих охранников, я думаю, у нас не проблема будет выбраться. Мы нажали на элевейтор или что? А, да, нажали. А, B2, это Basement 2, я понял. B2 это Basement 2. Ну, пока мы туда не идем, я сначала хочу воспользоваться ключом, который мы получили. Так, этот слепой, этот слепой. Значит, пробегаем. О, патроны. Черт, не застревай только, надо бежать наверх. И здесь нам надо, чтобы эта камера не смотрела на нас. Побежали. Все пробежали. Открыли. Камер никаких вроде нет. Пробегаем тогда вперед. И получаем карбон бокс и еще чав-гранаты, ну, которые у нас с перебором. Карбон бокс — это еще один предмет, который здесь лежит. Интересно то, что в этой коробке можно двигаться. Если я правильно помню, если медленно в ней двигаться, то камера вас вообще не замечает. Ну, по крайней мере, можно точно в ракурсе камеры сидеть в коробке. А так же самое и солдаты иногда тупят и не понимают, что вы в коробке находитесь. Как бы это смешно ни звучало, ребят, но они не понимают, что вы находитесь в коробке. Вот. Да, это выглядит очень... Глупо, скажем, прям. Но можно вот с коробкой бегать. Так, здесь левел 1, интересно, дверь.
Вот идеи у разрабов были. Нет, здесь левел 2 дверь, тогда возвращаемся. Просто в коробке. Так. Ждем. Подождем, пусть она. Кстати, где этот находится? Этот как раз сейчас на цикле находится. То есть нам придется подождать сейчас. Здесь снизу придется подождать. Сначала она должна сюда, и потом еще раз. На танке можно покататься? Нет. Мы не дипломированный специалист, танковод. Мы же простой, ребят, expendables, как сказал бы. Как сказал бы Сильвестр Сталлоне. Мы расходный материал. Так, левел 2 подвал. О боже! Я вспомнил, что это за место. И нам нужно найти то место, где... стена не покрашена. Но есть маленькая проблема. Здесь около 4 охранников курсируют туда-обратно. А у нас нет радара. Ой, это просто я сейчас мог уже гуфнуться. Я просто на шару бегу, по сути. Но здесь можно коробкой стать, кстати, возможно. Воу. Пока я никого не замечаю. Левел 5. Левел 1, и никого нет. Заходим. Блин. Так, ничего нет, да? Гранат набрали. И эти гранаты нужны... Вот я не помню, для второго или для третьего босса. А где охрана? Подождите, а может она позже появляется, а не сейчас? Да, походу охрана появляется позже, а не сейчас. Здесь тоже камер вроде нет. Сакамбулеты мы взять не можем. Да, значит, можно сейчас пока не переживать, ребят. Сейчас здесь ни одного охранника нет. Ну, мы же их всех убили. 3, 1. Мы должны получить динамит в руки. Вот, С4 мы должны были получить вот эту вот штуку. Получив эту штуку, мы должны теперь найти стену, которая не покрашена. Не окрашена и не покрашена. Так, ну вот это вот, например, стена выглядит. Выглядит не очень похоже. Хм, ладно. Сейчас посмотрим, может еще что-то нам попадется в глаза. Я, честно, не помню, где там было это, проход. Но вот эта стена уже очень похожа, что она не покрашена. Так, здесь вроде все одинаково, одинаково, одинаково. О, тихо, тут что? А, тут... на коде дверь. Дверь на коду. О, и здесь тоже, походу. А, ну такая же. Ну вот, значит, это вот оно и есть. Так. Выбираем тогда С4. Бежим ставить сначала туда. Вот здесь вот у нас тоже есть, видите? Две таких стены. Как ставить? А, я понял. Ой, нет, нет, нет. О, боже мой. А как взрывать-то? Короче, мы одну поставили просто в никуда. Ладно, у нас еще есть. Походу, взрывать, когда я все поставлю, можно только. Хотя, может быть, я раньше можно взрывать. Ладно, так и быть, давайте все расставим. Ну и как взрывать? А, понятно. Ну, пойдем.
смотреть. Ага. Стан-гранат, чаф. И ничего. Угу. С4 еще. Две штучки. Это если я затупил. Ну, потому что эта стена, наверное, лучше. А может, еще есть стены? Ну, вроде нет. Я так бегаю. Смотрю краем глаза. Вроде больше ничего нет. Ну что ж, тогда, тогда здесь это будет. Тогда это будет здесь. Камер вроде нет. Что-то я не понял. Тут вообще тупик какой-то. А, понятно. Цикотно. А еще одна. Стоп, тут целых две. А, фак. А я одну просрал. Блин, я туда пришел. А вот эту стену я просрал, получается. Да, видите, это даже. По звуку она отличается, это она. Здесь босс находится вот в этом месте, а ту я просрал стену. Подождите, я попытаюсь вернуться. Иногда было такое, что если ты выходишь и заходишь в помещение, то заново появляются вепонки. Но я не думаю, что это на этой сложности. Так, а где я их брал? По центру я их брал. Я их брал вот в этом помещении. Да, здесь нет ничего. А, нет, стоп, подождите. Я подумал, что там было 3, и одна по центру С4. А, ну тогда вообще никаких, да, без проблем. Просто бесконечные патроны. Ну, правда, этими С4, кроме как здесь, больше негде пользоваться в игре. Вот честно, ребят, это самое бесполезное оружие, которое есть в игре. Хотя кто-то... Я читал гайды, проходил его. Ну, в свое время читал гайды. Проходил парочку боссов через них. Так, здесь вообще цифра 6. И камера с пулеметом, и хилка. А хилки у нас вроде есть, да? Хилки у нас есть. Сколько у нас хп? Давайте выпьем. Как выпить? Да боже мой, хватит эти С4 расставлять по карте. Псих. Как выпить хилку? Я реально вот этого не понимаю. То есть она пьется, когда я ее так оставил. Ее просто пить нельзя, значит, да, получается? Это убрать ее, это оставить. Понятно. Значит, она пьется просто, когда у меня мало хп остается. Ну ладно. Ну что ж, ребят, поехали. Первый настоящий босс сейчас будет. На него есть своя стратегия. Я что, слишком поздно? Вообще-то да. Его же уже убили, насколько я понял. А? Они сказали, что они его уже убили. Он говорит, не беспокойся, я тебя сейчас вытащу. Нет, не трогай ничего. С4. И у нас Spider-Sense сработал. Мы задоджили выстрел револьвера. Либо он стрелял мимо нас, не знаю. Если схватишь старикашку, то С4 взорвет нас с тобой. Так вот, о ком босс говорит всегда. Специальный... как это называется? Оперативник Фоксхаундов. А меня зовут Револьвер Оселот.
Я тебя здесь ждал, Solid Snake. Мне делать нехрен, я тебя просто здесь жду. А теперь посмотрим, что сможет легенда против меня. Это самое лучшее оружие, придуманное человечеством. Кольт. 6 патронов. Этого хватит, чтобы убить любого, кто двигается. Село-то где шарф, да? Именно поэтому я взял себе кликуху револьвер. А я думал из-за того, что говно... Так, короче, чё, побежали. Бежать. Страта против него заключается в том, что мы ждем, пока он сделает 4 свои 6, извините, выстрелы. А чё, как по нему стрелять-то? Короче, не получилось. Он делает 6 выстрелов, мы их доджим. А после этого... Да харе болтать, давай, стреляй по нам. Ай, ну проблема в том, что он от стенки может выстрелить по нам. О, мы попали. Один выстрел. А, и провода нельзя эти трогать, если вы еще не поняли. А, только один выстрел можно по нему сделать за раз. Это хреново. Ну, с другой стороны, экономим патроны. Где он? А, вон он. Так, один он выстрел сделал. Нет! Ай! Эй, туда! Все, хорош. Ладно, мы следующие через хилку выживем. Где тут еще хилка была? Я знаю, что здесь еще одна хилка была всегда. Бежим на него. Он тогда начинает убегать от нас, и мы можем нормальную позицию занять. Да боже мой. Так, у нас получается только 2 хилки есть на этого босса, больше ничего. Ну ладно. Просто в лоб получили выстрел. У него последний выстрел остался. Он сейчас выстрелит. Ну? Блин, он с того угла, короче, стрелял. Фак. Ну где он? Ну и конечно же у него циклы будут у босса. Как обычно, есть циклы. У нас 2 патрона осталось, но там еще есть лежат патроны. А вот после этого у нас реальные проблемы начнутся. Можно его, кстати, гранатами может позабрасывать. А, нет, тут гранаты, блин, походу взорвут все. Да боже мой. Это походу гуф будет в первой. Можно было 2 выстрела даже сейчас сделать за один цикл. На. Да подбирай. О. Нет, не. На. Где он? А, уже убежал. Так, мне 3 выстрела надо в него сделать. У меня 8 патронов осталось. Да, и Бейкера официально, типа, убивать нельзя. Если кину гранату... Да fuck my life! Просто. Ой, хедшотик! Ау!
Ай, да ладно, не смог хедшот сделать. Такой ты, короче, читер. Ну ясно. На, в лицо. Такой он быстрый, блин, просто спортсмен. Борцуха. Давай. Да ешешь. В реальности, конечно, здесь нельзя было все хилки тратить. Вообще, этого босса надо без потери хилок проходить. Он говорит, что он только разогревался. И ничего, он не боится, но... И С4 его оглушила. А нас вообще не тронула, судя по всему. Невидимый камуфляж. Ты что, не можешь просто умереть? Тебе повезло, мы встретимся еще. Ты кто? Я как ты, у меня нет имени. Это экзоскелет у него. Походу робот сломался. Какого? Сирена, как стонущий мужик, раздражает и возбуждает. Экзоскелетон. Ты можешь идти, кто-то, я один из наших. А, тебя Джим послал. Он же из Пентагона. Ты можешь хоть ты ответить мне на вопрос? А Коди? Я тоже им рассказал. Что? Ну, террористов Тир 2 кода, они взорвут всех к чертям. Да им это вообще не нужно. У него было импланты, и не смог его вскрыть этот Мантис. Ну, Псайко Мантис. Да, ну а как они тогда твой-то код получили? У меня была тренировка как избежать всех этих пыток. Но он не смог справиться. Что с рукой? Он сломал ее. DARPA chief, is he okay? Dead. What? That can't be. You know, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. Нет, дед знает, что на самом деле, если DARPA чифа убили через хард-атак, значит, его сейчас убьют. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? Card keys? Oh? I heard you had them. No, not anymore. У него отобрали все же карт-кейсы. Как это так? Девчонка отобрала у него. Карт-кейс. Они ее посадили, она начала повстанчество против них. Это была, короче, девчонка, которая работала на террористов, но она пошла против них, и тут, ну, короче, это та же самая баба. Этот змеёныш еще такой безбородый, да. Codec. Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact. Он говорит, что мы можем с ней связаться. А какое у нее частота? Сейчас он скажет. Let me tell you, это. Oh, sorry.
Что, блядь? Что? Нет, чувак, у меня нету CD-кейса. Иди в жопу. Ладно, кто знает ее код? У меня влом. Альтабаться и искать в интернете. Это защита от пиратов. Защита от пиратов от компании Konami. Йокод 228. Нет. Ты врешь. Я тебе не верю. Короче говоря, она забрала у него и карткей, она забрала у него и передатчик для связи. Он не знает, зачем им нужны были коды, ну, чтобы взрывать. Ну, они вроде как не собираются nuclear weapon'ом использовать. Нам тут рассказывают про то, что начало увеличиваться количество используемого материала, который используют для нюклера. В общем, это все бесполезная информация. Она нам никак не поможет пройти эту игру. А вот полезную информацию, он сказал, что он не помнит ее кода. Но этот код есть на диске, если вы его перевернете. Игра конца 90-х, да, все верно. 97-й год, Спайк Шпигл. Одни из первых игр, которые в те времена делались как от первого лица. Тогда как раз был Sprintal Cell, по-моему, позже вышел. Medal of Honor, она была полностью от первого лица, как Doom. Это не то. Да, это на первую Сонику. Но она на ПК выходила в следующем году, в 98-м. И там уже и русская версия была игры. И графика чуть-чуть лучше, конечно же, была сделана, потому что на... Короче, тут здесь бесполезным куча информации рассказывают. Но он сделал предположение, что этим военным... Ой, не военным, этим террористам нужна ракета, чтобы запустить ее в Китай или в Россию. Россия даст ответ по США. И, короче, начнется Третья мировая война. И тут-то они смогут начать пользоваться вот этим вот Metal Gear'ом и зарабатывать большие бабки тем, кому они продадут этот контракт. Ведь у них сейчас все данные по Metal Gear'у, по этому weapon'у, которую придумали американцы, казалось бы. Частота 140-15, если Google не врет. А, ну отлично. Как ее звали? Прям вылетело из головы ее имя. Ладно, напишем просто «Она». Кому интересно, читайте, я не буду это все переводить, потому что много политики, много надуманности. Ну, пытались более реалистично сделать боевичок, игру такую. Не хотели делать просто стрелялку, не хотели делать просто пошаговую какую-то игру, как там Last Viking в тот момент был. Ну, тоже, где можно было думать. Хотя здесь думать особо не так много надо. Ну, например, в свое время я много времени потерял, чтобы понять, как использовать C4. Во! Он нам, короче, дает данные по поводу Metal Gear эти. И говорит, что я знаю, что на самом деле тебя послали только за этим. Меня пытали, но я никому это не отдал, и никто не знает, что этот диск существует. Отдай его Джиму, твоему боссу. Но все же я тебе отдам свою карту. Она, правда, открывает только левел 2 дверьки. И говорит, что иди-ка без меня. У тебя есть мой пароль. О, у них есть мой пароль, им нечего меня больше пытать. Ну а кто же был этот ниндзя? Этот ниндзя? Ты что, это же фоксхандовский Dark Secret, темный секрет его. Экспериментальный геном солдат. Ну, над генами они экспериментировали. Сейчас он попытается нам все рассказать, но его убьют, если я правильно помню. Ты знаешь о нем? Ты должен спросить доктор Наоми об этом. Она намного лучше об этом осведомлена. Наоми? Но ты должен остановить террористов. Иначе я и моя компания, с нами будет все покончено.
Да, так и есть. Как только он начал нам подробно рассказывать про ниндзю, начал рассказывать про Metal Gear, его тут же убили. Правительство не хочет, чтобы мы знали. Они тебя просто используют, чувак! И Expendables. Они даже убили президента этой корпорации. Ну а чё он, док? Слил. Террористы захватили. Код слил. Еще нам информацию хотел слить. Мы снова звоним, и нам снова сейчас полковник будет лапшу вешать на уши, если вы не готовы. Теперь он тоже мертв. Ой-ой-ой, а я не знаю, а кто это сделал? Ой-ой-ой. Похоже, кто-то снова его убил, но это был не ты. Они говорят, что, возможно, на него использовали террористы огромное количество яда. Этот яд привел к тому, что у него сердечный приступ произошел. Мерил ее звали. Спасибо, что он сказал нам ее имя. И полковник нам сказал, что ты созвони с Мерил, она тебе должна помочь. Правительство какашка. Мерил. А, что она говорила? Я прослушал. А что это за ниндзя-то был? Он что, член Фоксхаунда? Нет. Ты уверена? Да, я уверена. Это что, правда? Снейк, мы на тебя рассчитываем. И положили трубку. Нормальные мужики, короче. Они даже не хотят с нами рассказывать. Ох, вот бы нам ХП добавили. Так. Этот мертвый. У нас появился... Ключ номер 2. И диск есть, который использовать можно будет только в одном месте. Здесь хилок нет, да? Но надо будет поискать сейчас хилки. С таким ХП, конечно, двигаться тяжеловато. Ладно, а где выход-то? А, вон выход. Так, а здесь у нас... Вот она не смотрит на нас. Давайте пробежим. Вот и хилка. И впереди что-то. Плюс еще двери непонятно как, какой цифры. Мы можем просто чав-гранату кинуть и не париться на самом деле. Тем более, что все равно будем сейчас проходить через... А, не, нам тут увеличили размер. Какой-то непонятный кибер-ниндзя. Впервые слышим. Да-да-да. Ой, ничего не знаем. Ничего не знаем об этом. Так, кидаем чав-гранату и пытаемся пробежать. Так, это не работает, это не работает. Здесь мы C4 подняли. P – полезность. Ладно, уходим. Так, здесь вроде ничего не было. И вопрос, добавились ли охранники в этом помещении? Если не добавились, то у нас сейчас проблемы начнутся, как раз те самые, про которые я говорил, потому что... Да, они уже добавились. Потому что охранники здесь ходят, а я не знаю маршрут их. Гранаты взяли. Так, там кто-то прошел мимо. Соком буллеты, соком буллеты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот бы выбегать так. Чё-то нет никого. Так, я вспомнил. Полезно. Когда мы курим, мы пускаем дым. Благодаря этому дыму мы можем видеть эти лазеры. Но будет у нас потом еще одна вепонка, которая будет гораздо легче это все делать. А сейчас мы получили с вами фамаску. Ну, это М-ка, я так понимаю. Хотя это может быть и фамаска сама по себе. Так, что у нас интересует?
Нас ничего не интересует, на самом деле. Оставляем соком, только отключаем его. И... А, мы выйти не можем. Блин, не кури. Не кури, потому что теряешь ХП, когда куришь. Вот. Так, ну ладно, этот мы прошли легко. Первый этаж. Туда куда-нибудь. Так, в центре C4, да? Все, нам больше ничего не надо здесь. Давайте посмотрим. Ой, посмотрим. Гранаты 12 из 12. Чафы нам нужны. Чафы в следующем помещении будут. А, C4 у нас тоже не все. Но это нам на самом деле не обязательно. Ой, нет, стойте. Давайте сокомки поставим. Ничего не было. Не, ну а как он нас мог заметить? Мы же невидимые. Быстрей! Чуть лбом не убил его. Так. На этом этаже ни черта не было полезного, и двери не было закрыто, насколько я помню. Да, но сюда добавили охранника, если я правильно помню. Охранника и камеру, если я совсем правильно помню. Не знаю, кто успел камеру сюда поставить, но вроде в детстве меня удивляло то, что здесь появлялась камера вдруг неожиданно. Чуть лбом его не убил. Я такой. Лобовая атака. Так. Девчонке надо звонить. 140-15. А, молодец. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? А, ты один из заключенных. Meryl, right? No. Ты племянница полковника? Нет. Но кто ты такой? Что бы ты ни говорила, дядька меня послал, чтобы я разобрался со всеми милитарями. Ты что, один мэн армии? Да, я такой же, как твой дядя. Короче, кто не понял, полковник наш этот, капитан, у него есть племянница, которая почему-то была шпионкой у этих милитариков. Она узнала, что мы Legendary Solid Snake, и очень рада, сразу сняла с себя все, как видите, и готова на все, эта девочка. Потекла. В твоих глазах написано, что ты не солдат, ты руки. Ой, как он ее обольщает! Говорит, что у тебя есть в глазах страсть и красота. И начинает себя принижать. Вообще, пикап-мастер, на самом деле, ребят. Дальше она сказала, ну, неужели ты думаешь, что недостаточно быть легендой, чтобы меня обольстить? А он добавил, я не собирался тебя обольстить, и я совсем не легенда, даже близко на нее не похож, когда ты меня узнаешь получше. Сейчас они там говорят про то, что нет семьи у него, бла-бла-бла-бла. В итоге, короче, ему нужна информация. Она говорит, что она ничего не знает, ее посадили вместе с Бейкером. Ну а что это вообще за место? Я думал, что это будет типа... Здесь будет все в ракетах. Она говорит, ой, ты вообще ничего не знаешь, тебе что не сказали, куда отсылают? Это на самом деле не совсем место для этого ядерного оружия. Здесь просто военный объект, где много всего, где разрабатывали Metal Gear.
Next Generation Special Forces were called here for the test launching. И сюда отправляли агентов Фоксхаунта и генетически разработанных новых солдат для тренировок. Ну и это место поэтому держали в топ-секрете, и когда его захватили, поэтому все и запаниковали и отправили Снейка. Солдата в отставке, которым можно легко пожертвовать. Но она тут будет сейчас опять про Metal Gear. Она, кстати, гораздо больше нам расскажет про Metal Gear, чем остальные. Так а что ж террористы хотят? Я тоже не знаю. Я же говорю, меня вместе с президентом посадили. Бейкера убили, а она говорит, что у нее есть второй код детонейшена. И он спросил, а где же ты его спрятала? Она говорит, у девушек гораздо больше мест, чем у мужчин для того, чтобы спрятать. Я думаю, она спрятала под ногтем, правда, ребят? У нее ногти длинные просто, наверное. Ты знаешь, кто изобрел Metal Gear? Она говорит, что знает его, и он, скорее всего, находится на втором этаже бейсмента, но в другом здании. Мне кажется, что они его заставили работать над тем, чтобы ракеты нормально можно было запускать. И намекает она, что нам надо пойти его освободить до того, как он закончит свою работу полностью. Как до туда добраться? Ну, она рассказывает, что есть большая дверь на первом этаже, где мы сейчас находимся, но у нас нет ключа, чтобы ее открыть. Она такая, ладно, но у меня есть все 5 левелов ключей. Я спасу доктора, а ты просто уходи. Нет, я пойду с тобой. Не пойдешь. Ты слишком зеленая. Тебе лучше где-то спрятаться. Я не зеленая, я желтая. Ладно, если ты хоть на секунду остановишься возле солдата, они тебя пристрелят. Больше не будет у тебя такой удачи. И тут такая музыка заиграла. Она говорит, что она всегда хотела идти по пути солдата. У нее не было никаких тренировок, но она чувствовала всегда, что война — это ее. Вот она, с самого детства хотела быть солдатом. Каждый раз она... всю свою жизнь она тренировала свое тело и мозг к этим настоящим действиям. Воу-воу-воу. Слушай, Мерка. Интересные слова. Он сказал, что убивать легко, и с каждым убийством становится все легче и легче. Но иногда людям это просто может надоесть. Да, это террористические... В общем, мы ее больше перестали отговаривать. Музыка нас, видимо, успокоила. И мы готовы с ней идти дальше по миссиям. О, вот это правильно. Не путайся у меня под ногами. Так значит, она все же признает, что это ее дядя. Просто она вначале же сказала, что так и не есть. Тут была полезная шутка. Встретимся, когда мы получим доктора, а сейчас открой нам, пожалуйста, двери. Во. Она говорит, что после того, как откроет эти ворота, она с нами свяжется. Но сначала нам надо на второй этаж в этом здании зайти. Так, вон тот охранник. Он просто стоит. Они поменяли маршрут? А где второй? Они, походу, маршрут поменяли. Ну ладно, проверим. Будем надеяться, что нет. Нам нужно на второй этаж здесь забраться. Так, что там по камере?
Так, что у нас здесь было? Здесь ничего не было, по-моему, такого полезного. А, ну вот чав-гранаты. Доберем. Так, и проверим. Вдруг тут кто-то на втором этаже появился. Да, тут охранник появился. Охранники поменялись местами. Плюс там еще дверь появилась, посмотрите. С цифрой 1. То есть она здесь всегда была. Как его от него избавиться? Нам вот в ту надо дверь попасть. Да, боже мой, кто звонит? Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Well, I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. Возможно, это она и есть? Nothing. А что если бы это была действительно она, а мы ее сейчас убили? Она, в общем, говорит, что открыла нам дверь, и он спросил, где она находится. Она сказала, что я тебя даже сейчас вижу, но ты никогда не поймешь, где я, потому что я слилась с толпой и одела свое лицо. Вот у него паника вокруг нее идет. Но она на самом деле открыла пятую дверь нам. Но нам сначала надо во вторую попасть. Вторая дверь нас очень сильно интересует. Еще раз смотрим, что у этого парня за ходьба. Есть вариант. А, кстати, все гораздо проще. Мне надо сейчас. А как залезть туда? Подождите, а как я залезал? Мне надо спуститься сверху, вот оттуда надо спуститься. А, нет, вот, можно его пробежать. Подождите, да, у нас есть тут, есть момент, когда его можно пробежать, чтобы не бежать вокруг. Я могу пойти, короче, вниз, вот там вот, помните, видите вот это место, дырку? Выйти на улицу, с улицы проползти под тем, кто спит, и залезть вот здесь вот, спуститься. Ну, проще, по-моему, и вправду... пробежать в открытую. А может еще проще зайти в эту первую дверь? Если я правильно помню, там в первой двери глушитель лежит, и я смогу его просто убить. Ладно, давайте пока... Ой, не туда. Попытаемся этот вариант. Все, он побежал оттуда. Давайте бежим. У нас есть время. Блин, чуть-чуть. Сейчас камера должна повернуться, и мы тогда пробегаем. Давай, 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 давай. Да нет! Ну ладно. Как ты меня увидел? Ну да, я по железке шел, и она шумела. Да, все нормально, ничего плохого не случилось. Че ты тут? Только весь диалог придется с ней теперь снова заново слушать, я так понимаю. Так, где этот охранник второй? Блин, что-то это криво встал, не вижу его даже. Вон он. А у него вообще, походу, маршрут, который меня теперь не касается. А если так, то почему бы мне сразу сюда не побежать? А здесь у нас спящая красавица есть. Надо просто подобрать коробку и уползти. Блин. Глушитель. Так, его мы можем тут же убить, но это нам, нас это не интересует. Меня больше интересует. Где второй? Вот я его не вижу. Вот и когда я его увижу там, тогда я побегу. Сейчас я не знаю просто какой у него маршрут. 100%. Ой, блин, блин, этот проснулся. Когда они так зевают, они просыпаются. Где он? А, вон он. Все, можно пробегать. Диалог с девчонкой, правда, придется снова прослушать. Но я сейчас специально не буду отвечать на телефон ей, чтобы сначала выполнить, а потом прослушать это все. А, я же ей еще не звонил даже. Да, стойте. Так что никаких проблем. Ща разберемся, ребят. Так, камера. Че, в гранату подберем?
Не, мы его убивать не будем. Мы попытаемся пройти без убийства. Так, где он там? Дальше он вроде не идет, да, насколько я понял? Блин. Ну вот это уж точно предел. Дальше ты точно не должен ходить. Да, отлично. Да, он уже вот туда убежал. Да как ты это сделал-то, Тарт? Надо еще быстрее это делать, значит. Может его убить проще? Может его убьем? Ладно, так. Надеюсь, ты спишь? Да, спит. Идем. Он просто иногда спит, а иногда не спит. У него здесь и этот патруль у него получается. Он просто стоит вот в таком положении и смотрит в разные стороны по очереди. Если не спит. Я вообще не знаю, что он здесь охраняет. Ну давай, иди уже. О-оу. Меня здесь нет. Ну, я же говорил, что меня здесь нет. Убить его, да? Просто прицелиться и убить. Нет! Надо ждать, пока он дойдет и начнет свой цикл назад. Все, побежали. Ползти, 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 ползти. Встать, бежать, открывать, заходить. Отключать. Все. Так. Он сейчас пойдет назад. Мы должны мини... майн-детектор взять. Взять хилку. Да, боже ты мой! Ты должен был уйти уже! Почему ты все еще здесь? А как мы назад будем уходить? Надо подождать, пока он идет очень далеко. И мы тогда выходим и залезаем туда наверх. А потом на коробке возвращаемся сюда. Точно. Так и делаем. Или нет, на коробке он не сюда привозит. Короче, ладно. Блин, этот парень реально для нас стал непроходимым.
Ну, майн-детектор обязательно нужен, причем сейчас. Да, боже мой, развернись. Ну, я просто думаю, может залезть и попытаться по другой стороне. Не, мы же туда прошли? Прошли. Ошибка была не в этом. Ошибка была, я рано вышел. Надо просто вовремя выходить и все, когда он уже уйдет далеко. А как спалить его? Есть ли возможность вообще спалить его, чтобы точно так же и выходить? Так, где он? Блин, целый цикл придется ждать. А что, если я за какой-нибудь из этих спрячусь? Нет, там меня камера увидит. Я думал, за стенкой какой-нибудь спрятаться. Как он идет вообще? Он останавливается. Смотрит туда. И идет дальше, да. Ну, то есть, потенциально здесь можно прятаться. И потом проползать назад. У нас будет как раз время. Да, и он не успевает нас увидеть. Да боже ты мой! Мне это управление надоест оно мне, это управление. Если бы я зашел внутрь, он бы не увидел меня. И после этого было бы все правильно. Короче, все, меня заколебал, я его убью сейчас. Охранника тут поставили против нас. Пристрелим его и все, что тут. И дело с концом. Потренируемся на этом, правда, сначала. Вот так же и с ним поступим. И никаких проблем. А если я его убиваю на камеру? Мне просто его надо убить до того, как он дойдет до камеры, тогда получается. Хотя я не знаю, как это работает. Идем, у меня была идея. У меня был план. А без плана никуда, ребят. Это игра, где без плана никуда. Ну все. Больше он нас не поймает. Так, а где? А хилку сразу я не могу выпить. А я не знаю, может быть, это как-то можно сделать, но она не пьется. Тут просто кнопок больше нет,
которыми можно попользоваться. Ну ладно. Просто хилка восстанавливает full HP и... Вот как Mind Detector работает, ребят. А, что это он не работает? Не понял. Не понял. А что он не сработал? Значит, я в детстве что-то другое помнил. Подождите, ладно. Ладно, оставляем тогда эту. Что у нас здесь осталось? Вроде все мы прошли в этом помещении. То от цифры 1 мы заходили, здесь цифра 4 мы зайти не можем. Тут хрен знает, куда камера смотрит. А, нет, я могу ее видеть. Отлично. А, здесь у нас 4-е помещение. Да, мы в него попасть пока не можем. Ну, ладно. Так, пора ей звонить. О, у нас даже здесь сохраненка есть. Звонка ей. Так, весь диалог мы уже читали, ребят, поэтому я быстро промотаю, с вашего позволения, чтобы его заново не читать. Можно как-то быстрее это? Никак. Это и есть самый быстрый вариант. Ладно. Сейчас они должны будут посмеяться однажды, и это будет уже концовка диалога. Им что-то не смешно. Даже музыка решила поменяться. Но мы проскочили этот момент. Вот они посмеялись. Все. Давайте позвоним полковнику и скажем, что мы с ней связались. Что он нам, интересно, скажет на это? Понятно. Ты просто бесполезный дед. Дед бесполезный. Так, что тут по камере? Ой, можно было прорываться. Побежали. Снизу охранник как раз сейчас уходить будет. Отлично. Мы попадаем в этот цикл. Воу. Тише, тише. Охранничек. Ну что, она открыла дверь? Она не открыла еще дверь. Ну что за халтура? Ясно. Нет. Женщина. Ладно, ждем. Мужиков заставляет ждать. Дверь не может открыть. Блин, это ХП, это просто самоубийство. Мне надо обязательно потерять ХП где-то, чтобы восстановилось. Ура! Unlock the cargo door for you. Thanks. Where are you? Well, I can see ya. Don't move around. Нет, ты не можешь нас видеть. Don't worry. I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. А еще, если она говорит, что она нас видит, это означает, что мы дико хреново скрываемся. А раз она нас видит, то и другие охранники тоже потенциально нас могут видеть. Она сказала, что в этом помещении лазерная охрана, и если мы заденем, то газ запустится, и мы подохнем. А еще она сказала, что пока мы до туда не добрались, она пойдет быстрее нас, профессора спасать, этого доктора. Короче, она быстрее нас туда хочет идти, а здесь лазеры. Если я правильно помню, здесь сигаретами, конечно, мы сейчас должны неплохо так отлазерить всем. Так, сейчас этот нам позвонит, бесполезный дядьку. Это она. Да, мы уже поняли. Ну, у нас есть секретка.
секретка, которая нам поможет. О, черт. Нет! Ну, хоть покурю перед этим. Impatience был, ребят. Вот я поторопился. Прям как в XCOM. Тороплюсь просто везде. Ой, слава богу, нам дали это помещение. Да, не буду я даже тебе звонить. Ты все равно ничего полезного нам не скажешь. Так. Вниз. Вверх. Вроде выше головы. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Мишкера Леминг по фамилии Дженсен запаниковал и подорвал себя нахрен. Мишкер не хочет мое имя туда вписывать в историю. Он вписывает всяких бесполезных соколов, которые уже ушли из Good Game и больше не появляются никогда. Так, ну и как будет Mind Detector работать? Ладно, я знаю, что здесь есть мина, поэтому ползем. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Как? Объясни мне, как им воспользоваться. Deep Throat нам поможет справиться с этим, ребят. Записываем это слово и гуглим. Только Deep Throat может нам помочь. Кто ты такой? Я твой фан. Вот фанаты нам звонят. 140-48 фанат нам позвонил. И сказал, чтобы мы использовали Deep Throat. Фанат. Там Кариночка бегает. Какая Кариночка? Короче, как моим детектором пользоваться? Кто объяснит мне? В детстве мне что-то казалось, что тут все подсвечивалось сразу. Хотя, может быть, на другой сложности, когда я играл. Ладно, что у нас тут еще впереди? Пока больше ничего. Ладно, ползем. Не, ну как-то... И как моим детектором пользоваться, если он ничего не детектит? Просто, если я ползу, я могу сразу сказать вам, ребят, если вы ползете, то на гранату вы, на мину вы не нарываетесь. Да, отвали ты, Deep Throat. Вот, видите? У меня нет сейчас этого... гранаты. Ой, гранаты, блин, это... Майн детектора не было, и я поднял ее. То есть, если ползти, я автоматически ее поднимаю. А как этой штукой-то воспользоваться? Я понял, как этой штукой воспользоваться. Тут написано, что я канат. Канат be used in hard or extreme mode. Я полнейший канат, ребят. Понятно, короче. Ползем. Просто ползем. И болеем за успех операции. Так, что у нас тут еще есть? Ничего нет. Да ладно, это уже здесь? Это уже сейчас? Нет! Нет, я не готов! Я не готов! Ну
Вы хоть понимаете, что я даже не тренировался? Снейк не принадлежит Аляске. Я тебя не пропускать. Послать ему послание. А мы это, Лайка Нео, увернулись от всего. Вулкан Рейвен. Чак Фарлей переводит его. Будешь ползать по земле, как змеи. Там около 6-7 гранат надо кинуть в него. Боже ж ты мой. Так. Тихо. Полегче. А здесь надо поставить хилку. Так. Что делать? Мне надо добежать, скинуть гранату. Надо в один из циклов, когда он... Хоп, и пойти кидать гранату. На. Походу, он доволен был. На. Да ладно, попал. Я думал, можно заджокать. Но заджукать нельзя было. Ладно, попробуем по этой стороне. Да, по этой стороне происходит то же самое. Да. Нам надо понять, с какой стороны мы можем к нему подойти. А что-то у нас ХП не отнимается больше. Смотрите. Игра баганулась, он нас убить не может. Ну ладно, может. Так, короче, хилка у нас есть одна в запасе. Две у нас на руках. Нам надо понять, как до него добраться. Первый цикл надо понять, как до него добраться. Доберемся до него, как бы станет все хорошо. Окей. Да, подожди ты. Это сейчас трай, просто для проверки. Будем знать, короче, что клеймор прямо здесь один лежит. Их тут не так много, на самом деле. Около 7 штук все разбросано. Но в основном по прямой вот этой дороге разбросаны. Два мы уже нашли до этого. Сейчас еще один нашли, так что нормально. Так, мы начинаем здесь. Блин. А что если... Вот бы получить ракетой в лицо и во время падения такие: о, мина! Подбирай. Подбираем мину. А что если я нырну? Что он будет делать? Опа! А, это читерство. Вот! Вот, ребят. Так, и где он? Он там. Он нас вообще потерял типа из виду. Давайте по максимуму ползем, чтобы понять, где он нас перестает... Начинает снова видеть. Отлично. Ну, полпути мы прошли. А что тут еще есть? Тут такая же есть, но она дальше нас не приведет. Ну, походу, это тупик. И как нам кинуть гранату отсюда? То есть надо встать, кинуть гранату. На. Мне кажется, я не докинул.
точно не уверен, но мне кажется, я не докидываю отсюда. Так, а что если мы добежим до него прямо? Побежали. Ага, испугался? Отвали! Ай, ты что делаешь? У-у-у-у. Ты куда делся там? Давай-ка, давай-ка. Ой, ой-ой-ой, не так. Не-не-не-не-не-не-не-не, только не с пулемета. Ай. Нет-н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 ет. Да нет. Кидай. Нет. Доджи лайка Нео. Ну взрывайся. Она, походу, взорвалась уже. Черт нас это. Короче. Я все понял. Изи-катка. Изи-катка, ребят. Вообще изи-катка. Так, оп. Ползем, собираем. Клеймор первый здесь по центру. Да закройся ты, боже мой. А где она? Они еще генерируются рандомно. Вот это нечестно, ребят. Здесь еще одна точно была. Да, вот все. Так. 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 Пошли. Давай. Ну как там это, прервать ролик? Ну тут какая-нибудь кнопка прерывает. Вот, отлично. Так. Ныряем. Сейчас его порвем. Короче, первую гранату мы нормально кинули, помните? Нам надо каким-то образом суметь вторую кинуть гранату неплохо. Готовимся. Так, ой. Никому звонить не будем. Ни с кем разговаривать не хочу. Что? Почему? Как? Да какого хрена? Ты просто две хилки потратил ни за что. И этот сразу пулемет взял. Да это вообще репортед. В прошлый раз он сразу пулемет не брал? Не брал. И одна хилка отбиралась за то, что он меня переезжал. А теперь он меня... Вот. Еще рандомные клейморы здесь генерируются. А не, они, походу, не рандомные. Это просто клейморы, я об нее и взорвался, когда по центру бежал, я понял. Да нет, нет. Ладно, у нас есть хилка. Может, для этого надо было? Я понял. Там сначала спецназовец сидел, а сейчас, когда он в нас попал, спецназовец ушел. Вот. Вот оно что, ребят. И сейчас он теперь сидит за рулем, а там надо поменять. То есть за пулеметом нет никого. Поэтому я могу сейчас подбежать и кидать гранату в него. Блин, игра чуть-чуть подлагивает. Надо будет какой-нибудь другой в следующий раз использовать этот, ну, не эмулятор, а как они у эмуляторов называются. Так, ладно. Следующий выстрел, встаем. Побежали. Так. Я тебе гранату кинул, ублюдок. И как мне его теперь достать там?
А, вот, он снова начал ракеты кидать. Так, дожидаемся цикла и бежим. Блин, ну это неудобно. Я не знаю, где он. Вот где он? А, вон он там. Понятно. То есть мы можем... Могу управление здесь сделать получше. Да нет, нет, нет. Да нет. Да какой вставать-то? Ложись! Тут ты чё вставать-то? Куда? Подъем просто будильник как будто прозвенел. Все, пошли, 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 пошли. Где он? Ой-ой-ой-ой! Попал? Нет. Попал? Нет. Нет! Кидай! Да боже ж ты мой! Давай! Вот-вот-вот-вот-вот! Давай-давай-давай-давай! Бабаха его! Что это за ХП ты отнял? Нет, 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 я ж попал! Ложись, короче. Так, и снова этот сел, будет сейчас по нам стрелять. У нас две гранаты осталось. Сейчас дожидаемся снова цикла и давайте. Побежали. Ну все, изи. Изи. Ну того мы не убили, видите? Мы задели только чувака, которому руку оторвало. Ой, простите. И получили мы код доступа 3. И там чувак сказал: «Босс, я надеюсь, вы довольны». Он получил ту карту. Ну, нам стоит, не стоит его недооценивать. Ты думаешь, это он? Все, как вы сказали. Он в битве настоящий демон. Даже более, чем вы. Я ж тебе говорил, я ж тебе говорил. Я его сам убью. Language of the Sioux people. Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. А почему они нас сейчас сразу не убили? He and I will meet again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. For his blood. Ну, это был один из фоксхандов, один из как раз из боссов. Мы Оселота тоже убить не смогли, ему руку отрезал ниндзя. И, ребят, я думаю, на этом мы закончим. У нас полчаса осталось до ЛКС, как раз, чтобы всем подготовиться. Звонить нам тут некому. И плюс я это помещение плохо помню. Ну, я просто не помню, насколько далеко здесь идти надо. Ну, вроде здесь недалеко. Сейчас позвоним нашей... Давайте сначала позвоним вот этому мужику. Узнаем, что он хотел. Он больше не хочет с нами разговаривать. Давайте позвоним теперь Мэрил на 15 номер. В одиночку разбил танк М1. No, but there was no scenario where I had to work alone with a special forces soldier against a group of terrorists either. In real life, things never go the way you expect them to. Иногда против танка с гранатой идешь. I'm already holed up in the warhead storage building. It looks like Dr. Emmerich is still fine, but I'm not sure for how much longer. Hurry up this way, okay? Ну, она говорит, что доктор там, надо просто прийти, и она нас ждет. Позвонить полковнику. Фанат нам не ответил. Давайте Макдаулу позвоним. Просто мне интересно, что он скажет. 80.
trust your instincts as a soldier, as a gamer. Полезная информация. Ну, давайте полковнику-то позвоним, и после этого будем сохраняться. Понятно, походу ничего он нам не скажет. А нет, это... Наёми тоже ничего полезного не рассказывает. Мы это и так все знаем. Ну, тут обычно вот как раз им звонить, это если ты не понимаешь, что тебе делать дальше. Ну, сейфпоинт это сейфпоинт, а остальные они по сюжету двигают нас хоть чуть-чуть. Да, детка, я тебе позвонил. Мы целых 2 часа с вами играли. И мы молодцы. Ну что ж, ребят, через полчаса приходим на ЛКС. Будет с подпиской ЛКС. Там уже есть это в названии. Все. Давайте.